Друзья, я всех категорически приветствую на своем новом видео. Извиняюсь за столь долгое отсутствие. Вы могли подумать, что я просто ленюсь, не делаю ролики. Просто, мне лень их делать. И вы будете абсолютно правы, потому что так и есть. Мне просто было лень их делать. Пау! Но сегодня мне пришла новая посылка, и дабы немного оправдать ее стоимость, я решил снять видео. Надо же все-таки окупать как-то стоимость своих дорогих удовольствий. Сегодня у меня на распаковке доска от 27 Dex Club. Но на самом деле это Swag Season. Произошел релоудинг. И теперь 27 Dex это Swag Season. Это... Короче, буду распаковывать досочку. Я сделал кастом Split Ply плюс графика. Очень интересная доска. Мне она безумно нравится. Что вообще я знаю про доски 27? Я буду называть их 27, мне так удобнее просто, понимаете? Олдфаги моего канала знают, что у меня была доска 27. Я урвал первый сток 27. Можно назвать раритетной эту доску. Вот, посмотрите на нее. Это прекрасная доска. Нереально с нее обалдел. И до сих пор обалдею. Очень качественная доска, очень классная. И, она имеет сердце, понимаете. У нее есть судьба. И вот. И я хотел, чтобы Данька ее обточил до 32 мм. Она 34. Я ему написал, говорю, Данек, здорово, братанчик. Можешь обточить вот доску там, по новой лакернуть. Он говорит... Типа, есть шанс большой, что он ее запорит. Ну, типа, у него, похоже, нет уже этих шейперов. Я не знаю, в чем проблема, но он сказал, что... большая вероятность того, что произойдет брак и просто не станет доски. Он сказал, давай лучше тебе за не очень высокую стоимость. Я не буду называть, сколько я купил, потому что реально стоимость низкая. Я не знаю, он сделал ее мне только или всем. Такой кастом. Вообще он вроде отходил от сплитов, но я его попросил, он сказал, хорошо, мой дорогой друг, иди, мы сделали кастом сплит, я подумал, 32, ладно, уже нет смысла делать, у меня есть хорошая дочка Экзона 32, но меня уже надоедает чинайс, хочется что-то новое на 29, а у меня доска только чинайс на 29 миллиметров, и как вы можете понять, я заказал 29 кастом. Давайте будем... Ой. А почему так красиво? Так, тут больше ничего нету. Смотрите, как красиво. Маленький боксик такой. Стильненький. Написано Swag Season 2020. Ничего себе. Совершенно по другой конструкции сделан, чем Экза. Экза, конечно, больше. Несколько раз можете сравнить. И он просто совершенно по другой конструкции сделан. Забейте, разные темы совершенно. Такой приятненький, гладенький, на вид очень классный. Давайте будем открывать, не будем долго. А как его открывать? То ли я такой тупой, да. Ой-ой-ой. Почему? Данька, как так красиво-то? Данечка, я сейчас... можете посмотреть на мои глаза, я сейчас заплачу. Это очень красиво. Это очень красиво, ребят. Swag. Это прекрасно. Посмотрите. Я даже не переворачивал. Очень люблю этот шпон. Я прям очень люблю вот такой вот именно шпон. Супер. Это верхняя часть доски. Тут такое лого. Я даже не хочу еще нижнюю смотреть. Я потому что еще не видел нормальных фотографий этой доски. Я видел только в сторис, у него промелькивало и... Такая тема была, так что нормально я ее не успел разглядеть. Сверху такой логотипчик Swag, очень красивый шпон, гладенький. Гравировка Swag. Давайте я вот так достану. Надо доставать уже нормально. Давайте. Я не вижу ничего, понимаете? Давайте. Боже мой, как красиво. Я не могу, ребят. Это очень классная доска. Такой приятный шейп. И доска очень классная. Мне очень вкатывает данность.
Ребят, это очень красиво. Это очень красиво. Посмотрите, сейчас я вам покажу кадр с телефона. Тут, видите, нанесен такой прозрачная графика нанесена лаком. Данька мне сказал, что лаком я нанес. Выглядит супер, просто бомбезно. Смотрите, какие слои. Лучше на телефоне покажу. Лучше видно будет. Боже мой, отверстия балдежные, балдежные. Просто мне очень нравятся доски SVEC, ой, 27. Они, типа, они очень тонкие. Они ощущаются, ну, я не знаю. Люблю я тонкие доски. И также тут идет RIP TAPE от McKinsey. Такой... Данька мне два рипа положил. Что за хороший человек? Молодец, пацан. Молодец. Уважение, Даня. Тебе кидаю. Ссылка на этот SVEC будет в описании. Или группу на их инстам. Если что, хотите покупать. Боксик сам. Насчет боксика хочу сказать. Приятненький. Стойте, а здесь... А, он по-другому сделал. Потому что я помню, когда Макс сделал обзор, у него тут было написано SVEC Season 2020. А тут SVEC у меня написано. Тоже классненько. По размерам идеально подходит под досочку. Ну, это... Я на таком боксике катаются только трендирайдеры. Ну, он такой маленький, понимаете? Но для доски идеальные размеры. Я даже придумал, какое я превью сделаю. Вот такое. Ну и вот. Сейчас буду собирать сетапчик. Поставлю, даже не знаю, что поставить. Скорее всего, черные базы BRT и колеса Flatface J-Linux Pro J4. Короче, соберу комплектики, я не буду вам показывать это все. И включусь. Боже мой, ребят, вы чё? Ну вот так хотя бы, ну окей. Собрал я, значит, досочку. Собрал сетапчик. Вот только что живые эмоции. Вот что произошло. Пока я собирал комплит, я заметил, что отверстия на этой доске кривоваты. Они, то есть, немного смещены. И подвески, сейчас здесь они стоят более-менее ровно. Но я могу вам, короче, ну они стояли кривоваты. Потом, ну да, они, короче, немного запорол. Мы с ним списались, и он сказал, что сделает мне новую доску. Так что, ну, пока я на это раскатаю, оставлю вам свои впечатления. Вот. Я поставил, то есть, по два отверстия. Здесь два правых завинтил винтика, и здесь поперек. Ну, то есть, и так они более-менее держат, ну, типа, более-менее ровно стоят. На вид, я считаю, очень красиво. Ну, мне прям нравится такое сочетание. Сверху сделал такой гриб McKinsey. Давайте посмотрим, как оно вообще. Подождите, колесики грязные, нельзя так кататься. Надо начистить только. Подожди. Боже, непривычно очень. Очень как-то непривычно. Совершенно другая доска, очень отличается от Chinese. Как минимум тем, что у нее раза в два шире колесные оси, очень широкие колесные базы. Ладно, не буду вам больше томить. Мне нравится впечатление от доски, очень приятное. Такой low concave, мне нравится, я люблю low concave, потому что он не врезается в пальцы. И, ну, короче, обожаю low. Конкейс, ну, тот же самый, что и на этой 27DX. Да, тот же самый. Понятно, он не мог быть другим, потому что, мол, тот же самый. Мне нравится. Насчет отточки прикольная. Я сам не выбирал. В общем, доска мне нравится определенно. Насчет лака, давайте посмотрим. Давайте я возьму какую-нибудь фигуру. Например, Parking Block Warrior. Ну, скользит хорошо. Мне нравится. Скользит хорошо. Короче, доской я доволен. А еще больше доволен Даньком, потому что он поступил как реально, типа, профессионал. Он сказал, типа, сорян. Ну, так получилось, давай я тебе сделаю новую доску. Он мне сделает новую доску,
все будет четко, короче. Большое благодарность Даньку, потому что, в принципе, он бы мог просто меня заблокировать, но он поступил как реальный профессионал, все грамотно сказал, себе эту оставь, а я тебе другую сделаю. Но эта доска тоже очень хорошая, мне нравится. Короче, я доской более чем доволен. Это, в принципе, мои все впечатления, что я могу поделиться на камеру. Я оставлю ссылку на 27DEX, ой, на Swag в описании к этому ролику, на их Instagram и на их ВК. Вы можете зайти посмотреть, скоро будут вроде стоки. Могу ли я вам советовать доску? Определенно да. Мне очень нравится shape, ой, concave этих досок, он очень приятный, прям вот этот вот молд у него, он прям нереально приятный. То есть он совершенно необычный, то есть ну сами посмотрите на этот concave, он очень не классический. И мне он прям нравится, он был у меня на вот этой доске. И прям супер приятно. Насчет лака, я не знаю, тот или не тот, потому что, короче, я не очень шарю за лак. Но вот это, кстати, лак у меня стерся, но это нормально, лак должен стираться. Короче, спасибо большое, Дани, за такую доску. Вам спасибо за просмотр. Покупайте доски Swag, покупайте доски Экзо, покупайте фигуры Warrior. Будьте счастливы, всем удачи. Обязательно ставьте лайки. Можете не ставить, а можете поставить. Спасибо. Пока.